Искусство Айтыса – богатство казахского народа. Павлодарский айтыскер получил премию Тавильсездек Урпактары за большой вклад в культуру региона. Подробнее в материале. Марес Байрон – айтыскер, который активно развивает искусство слова в павлодарском Прииртышье. Он играет на домбре со школьных лет. Благодаря этому хорошо владеет музыкальным инструментом и привлекает внимание общественности своими навыками. Был премиянын жастарга деген үлкен бір серпіліс. Я демонстрирую свое мастерство на сцене с 5 класса. Я выпускник интерната имени Ибрая Алтынсарина. В этой школе мне привили любовь к поэзии. С тех пор я показываю свое творчество на родине и за границей. За вклад в культуру региона айтыскер был поощрен престижной премией Атакима области Тавильсездек Урпактары. Марес славится своими выступлениями на различных песенных конкурсах. Эта премия дает большую мотивацию молодым артистам. Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я рассказал о своих успехах в ораторском искусстве за последние 3 года. На праздничном мероприятии, посвященном 165-летию Машхур Жусупа Капеева, мне вручили диплом 3-й степени. Через 1-2 месяца в Шымкенте прошел республиканский конкурс дамбристов «Кумыс Домбыра». Я там достойно отстоял честь Павлодара и вернулся на малую родину с 1-м местом. К слову, айтыскер работает в школе учителем казахского языка и литературы. Он знакомит с национальными традициями и искусством павлодарских школьников. Анастасия Ерш, Жулдыз Кабылденова, Евгений Олейник, Ертыс Акпарат.